Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам показать такой вот мастер-класс, где мы будем создавать вот такие елочные игрушки текстильные. Давайте начнем. К нам понадобятся ткани новогодние. Можно использовать остатки какие-то от предыдущих проектов. Это прям отличный способ избавиться и утилизировать все остатки, которые у вас есть. Ну не все, но большинство. Также нам понадобится фетр. Я взяла вот такой вот декоративный, с блестками. Он у меня тоненький. Ну это у меня то, что у меня есть в магазине, то в ближайшем, что я нашла. Вот. Но вы можете взять его чуть-чуть потолще и без блесток. Я его просто буду использовать в два слоя. На одном у меня будет аппликация. Сейчас покажу вам. Вот так, видите, на белом слое. А потом я вот этот белый слой буду уже прикладывать к этому. И у меня с задней стороны будет вот такая красивая оборотная часть. Также вам для пошива игрушек понадобится флизофикс для аппликации. Его можно купить в швейных магазинах. Шаблоны, которые вы можете найти под видео, по ссылке, скачать бесплатно. Не обязательно все делать. Ну, есть какие понравились, такие и делайте. И понадобится декоративный шнур. У меня это золотого цвета вот такого, потому что я решила, что у меня в этом году будет елка украшена в цвете зеленый, красный и золотой. Поэтому нитку я вот такую подобрала декоративную. Можно заменить ее атласной лентой какой-то определенного цвета. Это будут веревочки для наших будущих игрушек. У меня есть вот такой планшет, он у меня с тремя режимами. Теперь мы берем наши шаблоны, переворачиваем зеркально, берем наш флизофикс, берем карандаш, флизофикс мы кладем клейкой стороной вниз, а бумажный наверх. Карандаш мы берем не мягкий. Если вы возьмете мягкий карандаш, то тогда он у вас будет оставлять, когда вы будете обводить, вот рукой водить, у вас будет рука черная, и при этом вы потом все это запачкаете, если у вас будет какая-то белая ткань на деталях. Поэтому берем твердый карандаш, не мягкий, фикс, и начинаем обводить. Так, после того, как мы все это обвели, нам нужно это вырезать. Ну, как я уже сказала ранее, то, что мы вырезаем это все грубым, ну, то есть грубо, то есть мы оставляем небольшое расстояние между нашими шаблонами, чтобы потом в дальнейшем, когда мы приклеим флизофикс, зафиксируем флизофикс на ткани, мы могли уже саму ткань вырезать, нашу деталь. Далее нам нужно будет вот эти детали все приклеить, соответственно, к нашим тканям. Вообще это очень хорошая идея — избавиться от остатков. Поэтому если у вас много остатков, вы можете заняться этим и как раз таки утилизировать мелкие детали. Давайте начнем. Я буду с бантика это делать. Так как у меня флизофикс, клеевая часть отрывается, я это делать буду аккуратно. Так, лишнее я отрезаю и убираю. Теперь нам нужно определиться с тканью, какой бантик у меня будет в итоге.
Я хочу бантик сделать, нет, обычный красный. Возьму. Нам нужно это все с помощью утюга зафиксировать. Так, здесь я еще немножко подрежу, чтобы не сильно много ткани уходило. И далее нам нужно зафиксировать это все утюгом. Сразу буду показывать на нескольких игрушек. Теперь следующее я взяла, я подобрала зеленый лоскут, взяла. Его тоже я буду фиксировать к нашей ткани. И вот здесь я тоже зафиксирую к нашей ткани с помощью утюга. Хочу сделать шар. Шар у нас идет вот такой вот. Для шара я буду использовать вот такую ткань, для елочки буду использовать, возьму какой-нибудь как раз таки обрезок. Шар основной у меня будет из этой ткани, ну, то есть вот так. Вот это у нас снег, соответственно, возьму белый отрезок какой-то. Это у меня будет елочка зеленая. Так, сейчас я тут немножко подрежу. Опять же. И у нас это подставка будет. Подставку тоже думаю сделать. Так, если у меня получается шар будет зеленый, шар у меня будет из этой ткани, елочка будет у меня из зеленой ткани, желательно я ее так помещу, чтобы у меня рисунок был как раз таки либо так, либо вот так. То у меня лоскуты остались от подушки новогодней. А саму подставку я сделаю из красной ткани, то есть вот. Снег я сделаю вот из лоскута, тоже полоска белая. Точку белую как раз таки его зафиксирую на нашей ткани. Мы обрезаем нужное нам количество лоскута. Ну и ножку, понятное дело, что я сделаю коричневую. Ну сейчас найду, в общем, для ножки. И, соответственно, что мы делаем? Для снега я обрезала нужное количество. Девочки, я не экономная, поэтому на меня не обращайте внимания. Я не люблю экономить. Мне не жалко ткани. Поэтому у меня вот такие куски могут оставаться. Так, а для ножки у меня будет вот такая ткань. Просто небольшой кусочек отрежу. Что я делаю? Смотрите, эту ткань я уже проклеила. Деталь. Теперь покажу наглядно на этом. Если у вас флизофикс оторвался от бумаги, придерживайте его, чтобы зафиксировать утюгом. Когда вы его прижимаете, у вас он снова прилипает к бумаге. Все, утюг мы положили. Ждем 5 секунд, чтобы клей зафиксировался. И убираем. Для этих целей лучше взять, конечно, какой-нибудь старенький утюг, если у вас есть, чтобы не испачкать. Ну, например, вот у меня парогенератор Лилит, который вот он. Он у меня флизофикс вообще не склеивает. Недостаточно у него, скажем так, температуры для того, чтобы клей зафиксировался на ткани. Поэтому я достаю старый свой бытовой утюг, фиксирую это все с помощью него. Стали готовы, и теперь нам нужно их вырезать уже по нашему контуру. Так, детали я выкроила. Нужно взять эту бумажную основу, оторвать, не повредив края. Для этого нам нужно взять обычную иголку и вот так вот провести по нашей бумажной основе. Тогда он у вас отрывается. Единственное то, что вот эту бумагу нужно отрывать только тогда, когда у вас вот эта вот аппликация, вся деталь полностью остыла. То есть горячим вы ее не оторвете, оторвете вместе с клеем. Поэтому, когда аппликация у вас остыла, вы только после этого убираете всю бумажную основу. Если не хотите использовать иголку, еще можно как вариант на следующее утро, там, допустим, вечером подготовить аппликацию и
утром у вас эта аппликация сама будет отходить. На мелких деталях, конечно, это все равно проблематично. Если у вас где-то какой-то краешек посыпался, ничего страшного, берете ножницы и обрезаете чуть-чуть, подрезаете. Мусор мы убрали, и теперь нам нужно взять наш фетр. Берем фетр, и его нужно будет вот эти все детали расположить и приклеить уже именно к фетру. Причем оставляйте немножко расстояние, ну то есть не к самому краю пытайтесь это сделать, оставляйте вот по краям контур. Ну, небольшое расстояние, потому что это потом все будет вырезаться по контуру с небольшим участком. Ну, то есть останется небольшой, где-то примерно 2-3 миллиметра по контуру белый фетр. Поэтому учитывайте это. После того, как вы приклеили детали к фетру, я установила на машинку темную нитку и установила лапку для стежки. Теперь я эти зубчики отключаю, убираю длину стежка на 0, иголку в нижнем положении. И теперь я буду просто это все прорисовывать нитками. Начну с елки. Ввожу нижнюю нитку вверх. И просто по контуру я начинаю прорисовывать нашу елочку. Так, после того, как мы сделали вот этот контур, я на некоторых деталях вот своих добавила типа штрихи. Например, на сапожке я Мэри точно так же вот простегала. И теперь нам нужно взять наш фетр. Если у вас вы делали на одной стороне, ну то есть если вы делали просто фетр использовали, не как я, не хотите закрывать, то можно, в принципе, оставить так, тогда вы просто вырезаете по контуру, оставляя 2-3 миллиметра и пришиваете веревочку. Я в данном случае буду делать так. Конечно, можно сначала вырезать по контуру, но тогда не совсем удобно будет стегать.
нужно тоже вырезать вот такие детали нашего флиса. Это мы обрезали. И теперь нам нужно взять нашу декоративную нить и 20 сантиметров. Ну, то есть вы можете померить, какая у вас елка по толщине, там веточки, и какая длина вас устраивает. У меня вот 20 сантиметров. У меня их 10 штук, так как игрушки у меня всего 10 штук. Если у вас просто толстый фетр, да, вы использовали и не закрываете вот это вот все, то вы просто вот так прикладываете и просто фиксируете иголочкой. Все, теперь я иду на машинку, заправляю белые нитки, и уже по контуру нашей аппликации я прокладываю строчку. Где у меня идет веревочка, я делаю небольшую закрепку, чтобы у меня эта веревочка не выскочила в дальнейшем, просто чтобы она крепко зафиксировалась. Так делаю по всем моим игрушкам. Я сделала отстрочку, сейчас я вам покажу поближе. Вот она у меня идет по контуру. Старалась не заходить на аппликацию. И ниточки я спрятала под фетр. И теперь нам нужно у этих игрушек просто вырезать, отрезать лишнее, оставляя 2-3 миллиметра фетра. Чтобы нам нитку не обрезать, мы отдельно режем пальчиками, вот так придерживаем, отдельно режем верхний слой фетра и потом отдельный нижний слой отдельно режем. Вот такие игрушки у нас с вами получились. Если вам понравился мастер-класс, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ставьте уведомления, чтобы не пропустить новое полезное видео. А я с вами прощаюсь буквально до следующего видео. Всем пока!